Привет, дорогие друзья! Сегодня небольшое видео для тех, кто следит за кроликами-миксами от двух самочек калифорниек, которые родили их в один маточник и воспитывали в одной клетке. Зрители просили показать, как там они. Вот они растут. В полтора месяца молодняк был отсажен, как положено, от двух исполнивших свой долг матерей. И теперь малыши, ну уже не малыши, уже подростки, сидят в отдельной клетке. Выделил им одну большую такую клетку. Они сидят вместе, пока рассаживать буду позже. Ну, необходимо было рассадить, так как в родительском доме с двумя взрослыми, довольно большими крольчихами, им было, конечно, тесно. А одну крольчишку, самую крупную, я отсадил отдельно. Она сидит в отдельной небольшой клетке, пока в резерв. Ну, возможно, с ней что-то придумаю, что-то поэкспериментирую в рамках, опять же, межпородного скрещивания. Но это уже в будущем. А сейчас малыши осваивают новое помещение, привыкают жить без двух мамаш заботливых. Ну а мамаши, наконец, могут перевести дух, немного отдохнуть от спиногрызиков и привести себя в форму. Малыши живенькие, активные, восьмером в одной клетке, стандартной, довольно просторной, все-таки повольготней, можно поскакать, побаловаться. Если им холодно, они, хотя они уже довольно большие, но в любом случае нет проблем, они сбиваются в кучку, прижимаются друг к другу и все хорошо. Корм без двух мамаш, которые тоже кушают очень даже внушительно. В кормушках заканчивается медленнее теперь. Все сыты, довольны. Так что у миксов все в порядке. Растут они уже вполне себе самостоятельно, без двойного допинга мамкиного. Очень интересно будет понаблюдать, сколько же в итоге этот молодняк покажет при контрольном взвешивании в 2 месяца. Ну а главное, потом уже в 3 месяца. Это ключевые контрольные точки, которые и определяют вообще, насколько хорошо растут кролики. Ну, за этим уже будем следить отдельно. Интересно, какую прибавку даст эффект, прежде всего, гетерозиса. То есть у нас были скрещены две разные породы. И плюс стартовый мощный толчок в виде двух кормящих и небольшое количество малышей-мамаш. Ну, такие дела, друзья. А о миксах сегодня у меня все. Спасибо за внимание и до новых встреч на канале Фермер Одиночка.